Всем привет, дорогие ребята. Да, сегодня это будет видео о комнате номер 4. Первое видео, ну, с новой уборкой. Мы будем еще с мамой убираться до конца. И укроли, и вот здесь вот, вот посмотрите, да, мой Майнкрафт, ну что ты. Да, посмотрите, в какой она держится. В майнкрафтовской футболке мы все-таки нашли носки у меня с лицом. Ой. Так вот, да. Вот я опять прибрался. Это у меня кое-что было. Так, мешочек. Опа, стоп. Сегодня я буду вот эти вот колонки куда-то убирать, потому что они реально мешают, ребят. Стоп, мешочек. Чего он до конца не застегнул? Стоп. Мне кажется... Ребят, даже оттуда падает. Чего, ребят, надо закрыть. Будет меньше, по крайней мере, падать. Я так надеюсь. Но вы не знали, что я решу и с этими книгами что-то. Кстати, в паркуре есть такой момент, где здесь кресло, и вот так вот здесь. Ой, ребят, чего я уближаю-то? Фу. И. Ну, и давайте, конечно же, залезать. По новой, так сказать, уже трупу рали. Раз. Ой, укол прямо в зубы. Зубы отдает. Лапы подают. Так, ребят, погодите. Я залезаю. Карамам-бам-бам-бам. Ура, ребят. Да, я же все чистое одел. Поэтому мне здесь можно выливаться. Акула караулит, но хотя не надо тебе караулить. Так, подушку мы убираем. И начинаем, ребят, уборку. Как начинаем, ребят? Делаем. Ну вообще, старый Витя вернулся. Вот это что? Нет, ребят, не маловастенький пояс. Как сказать? Так он чего небольшой? Чего? Ребят, вы знали, что это санитар? Так. Ну что здесь так пыльно? Ну что, давно как будто я прям не играл. Да блин, а. Ну что здесь, ребят, так пыльно? Слишком пыльный синтезатор. Так, штука длинная. Одна штука. Ребят, здесь книжки, которые я в прошлый раз с ними решил сюда. Но я их куда-то поставлю. Ну разделю, а то здесь... А что вот это наверху лежит? Вот что это за баскетболист? Дорога жизни потом здесь еще найдется. Про человека. Хочется, я вам что-то там покажу-то. Так, вот это. Вот это. Работа по письму. Чего? Ребят, первая тетрадь моя по русскому языку, ребят. Фу, ребят, вот, посмотрите. Ну, я с ней тоже потом что-то решу. Мой любимый альбомик, на котором я рисовала. А вот это ж... Ну, фигня, фигня. Ну, я все ненужное здесь куда-то уберу. Уберу. А выкинуть я здесь ничего не могу, к сожалению, пока что, ребят. Блин, я здесь эту пыль еще почищу. Ребят, сейчас там еще будет красиво выглядеть тоже. Надеюсь. Ребят, сейчас до потолка мне достанет. Ребята! Так, вниз, нет, 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 тихо, тихо. Ух, ребят. Чуть вниз не свалил. Мне кажется, нужен, ребят, стол. Второй столбик, потому что мне вот это все мешает.
мешает. Вот и... О, моя коллекция. Ну, я ее соберу, конечно же. Моя коллекция книг про мир животных. Я же любил раньше. Потому что... Дура, дуратёк. Да, блин, ребят, куда уже это ставить? Вот это, которое я в прошлый раз сунул книгу. О, ребят, здесь такой. Давайте я вам даже покажу. Вот, ребят. Посмотрите на этот бардак теперь. Ну, ничего, ребят, я сейчас все сложу. А, ребят, чтобы вам было не скучно, как бы. Я, чтобы вы видели меня. Для чего видео, видео Super Vita Pro, но без Super Vita Pro. Как вообще понимать? Так, здесь все надо почистить. Блин, ребята, как я выбираться буду из кровати? Что, блин, мне кажется... Прощайте! Да, блин. Стоп! Акула, ну можешь подвинуться? У тебя и так миллиард мест. Как мне так здесь? О, акула капли. Да куда? Я говорил, да не сваливай ты. Пая акулка. Да, ребят, все. Теперь все можно сюда перенести. Нет, нет. Тихо. Все, ребят, я вас застроил. Извините, пожалуйста. Как бы, ну потому что мне надо, ребят. Что я сейчас, когда почищу, я телефон заберу, ребят. Вот, ребят, я не знаю, как в прошлый раз сказал. Ты куда? Такой вообще смешное слово. Куда? О, черная какая-то фигурка еще. Нашлась. Блин, ребят. Мне здесь так долго чистить надо. Вот сломанная штучка. Фуф, ребят. Вы не представляете, как я сейчас уже подустаю. Хоть и всего лишь там мало работы сделал. Но книги убирать, ребят. Вот убираться, ребят, это одно дело просто. Но убирайте себе миллиард часов. Потому что реально по прямому смыслу. А вот с книгами ты максимум 3 часа пробудешь. Что книги я ненавижу читать. Еще и убрать еще надо. А вот это что вообще? Блин, ребят, вообще здесь так много. Блин, ребят, вообще. Ну, как бы вы понимаете, что у меня сейчас просто очень много книг, и они чуть не падали. Вот. Короче, ребят, вот синюю штуку я нашел. И вот этот вот, как его, синий квадратик нашел. Вот еще немножко совсем книг осталось. И я скоро уже... Фух. Ты куда? Ай, блин, ребят. Вылезти могу. А вот посмотреть на это жутко. А чего? Блин, ребят, там книга о Леди Баг застряла. Опа. Все, ребят, я не знал, что здесь такое фигни очень миллиард. Блин! Она вниз упала. Самая старая еще книга. Все, ребят. Вообще, пыль здесь. Опа. На. Ребят, посмотрите, ну что это? Вот я, мне кажется, просил сдвинуться с моей территории. И пыль миллиардная. Блин, ребят, погодите. Я пытаюсь. Вот. Вылезай. Книжка. Блин, ребят. Здесь как-то стрёмно.
Я спасатель Витя. Продвигаюсь на другую зону. На планету Марс. Нет, ребят, мне кажется, это страшно. Ну хотя на книге, ребят. Я же на книгах сижу, который сзади просто меня. Ну ты куда? Нужно как-то достать. Ну я ж не знаю, ребят, как достать эту книгу. Теперь, а может, да ну ее? Скажете вы. Ну, нет, ребят. Эта книга важна тем, что она не нужна. Я не дочитала, ребят. Ить, ой, не туда. Ить. Ить. Так надо ее снизу поддеть. Так, стоп, поддеть. Она по бокам, ребят, только двигается. Какая книга есть потоньше? Вот эта книга. Как устроена вселенная. Да, как здесь устроена вселенная, что так зажалась эта книга. Вон там угол. Я чувствую. Опа, блин. Блин, куда? Блин, ребят. Так вот. Стоп, ребят. Где она? Она, ребят, провалилась? Стоп, мне кажется, я ее могу еще достать. Блин, ребят, ну что-то потоньше и подлиннее. Вот есть раскраски. Нет, да, вот это вот подойдет же. Стоп, ребят, хочу. Блин, ребят, ну там, вон она. Ребят, я ее чувствовала. Уйди, книга. Ребят, она упала. Она, походу, упала, ребят. Стойте, ребят, я пойду внизу ее поищу. Я вас, ребят, скоро возьму. Не переживайте, ребят. Так. Вот это книжка. Вот, ребят, всем привет. Блин, ребят, она там. Блин, ребят, ну, пришлось попрощаться, ребят, с этой книгой. Ладно, ребят, мне потом еще купят, если мне понадобится. А сам говорил, что должен дочитать. Ну, я пошутил, ребят. Вы знаете, я шучу все время. Ну все, ребят, раскладываем опять книги. Кого-то вижу я. Вообще, ребят. Да блин, да как мне сюда залезть? Ну все, ребят. Складываем сначала. Все самое ненужное. Конечно же, вот эту фигню какую-то. Стоп, ребята, по идее я могу покидать вниз все, что мне не нужно, можно выбросить. Опаздываю мне, ребят. Но я потом выброшу. Ребят, сначала сюда сложу то, что мне нужно выбросить. Потом я внизу соберу.
Так стоп, ребята, так не обгребешься. Так вот это. Вот это. Ой, да, ребят. Так, ребят, вот у меня раскраски. Большая раскраска. Вот большие раскраски. Большая раскраска. Мне не нужна эта большая раскраска. Так, стоп, ай. Я чуть книжку не просил. Так, стоп, ребят. Я буду складывать. Нужное, не нужное? Стоп, ребят. И здесь много нужного и много ненужного. Ну что, привет. Стоп, ребят, мне кажется, ребят, я просто должен нужное вот сюда сложить, а потом ненужное просто вывесить. Да, ребят, я наконец-то стал поумнее хоть на один IQ. Вау, мир динозавров. Сейчас скоро буду читать. Ну тихо, ты не падай, ребят. Нужно сначала вот это вот все положить. Стоп, нет, ребят, мне кажется, я понял, что сначала положить. То, что вообще, ребят, занимает, вы знаете, какой огроменный слой? Опа, на. Где синяя? Синяя. Синяя. Блу. Ты, я тебе по какому тебе языку еще сказать? Ой, да короче, все равно, потом не знаю, куда сложу. А хотя, ребят, стоп, я буду просто складывать тогда вот так вот. Кам, так сколько? 17 минут снимаю. Так. Бей. Сначала большие книги, потом маленькие. Так, стоп. Так, телефон главное, чтобы туда не провалился. Камон, ну это примерно вперед этой будет. Блин, ребят. Это мой старый альбом. Я его, ребят, это точно нужно. Так, ну это примерно здесь где-то, да. Нет. Странно как-то, что это больше. Ну ладно. Больше так больше. Нет, ребят, это даже больше вот этого. Ну да. Фиго. Какие-то три кота, блин, больше всех. Мне не нужны они здесь. А вот это, наверное, будет больше всех. Ну да. Я это положу в самое, блин, начало. Чего? Это реально больше всех. И вот это еще. Вот и дорога жизни, кстати. Вот. Дорога жизни. Но здесь тоже почти самая большая. Ух, ребят, мне это 5 часов работы надо. А в другое место, ребят, я просто буду складывать. Почему сердце стучит? Я знаю.
чего? Я вот это вот только что прочитал, ребят, читайте. Ребята, о чем мы говорим? Ой, самая большая, конечно. Ну, это самая маленькая. Вот это еще меньше. Так, ребят, вот толстые я буду складывать. Толстый сосед. Вот это я выкину. Баба Яга. Ух ты. Ну. Я это кому-нибудь потом отдам. Так вот это вот сюда. Потому что слишком длинное. Ну, ребят, давайте складывать все книжки. Чтобы они у меня как бы были. Так, ну это вообще нужно спрятать. Опа, вот это что? Что прятать? Куда? Ну, вроде. Да. Так. Ну, ребят, давайте дальше прибираться, что ли. Сколько? 22 минуты. Опа. Так, вот это что? Так это понятно, ребят. Корешки, корешки-то. Блин, ребят, ну давайте быстрее убирать. Потому что я хотел еще видео все-таки о комнате. Стоп, ребят. Так это я сюда. Ну, тоже интересновато. Так может это потом скрепить? Ребят, вот это я вот сюда вставлю. Да шучу, ребят. Тогда, блин, вот сюда вставлю. Поставлю пока что. Отстань. Отстань. Я сказал, отстань. Так, давайте, ребят, сразу берем большие книги. Соберем большие книги. Чтобы... Ой, ребят. Так здесь слишком много больших книг таких. Да, блин, ребят. Ух, ребят. Вы не понимаете, ребят. Фух. Ну, ребят, ставить я не хочу. Стоп, толстые книги, ребят, я ставлю на потом. Фух, ребята, мои ноги вспотели.
Так, как это? Что сломано здесь? Нет, не сломано. Я сказал, ты стой. Коллекцию потом еще. Где ты мой любимый был? Вау, ребят. Ребят, это телевизор, ребят, вы видите? Ну, телевизор, ребят, бесплатный. Причем такие. Ой, господи, ребят. Чего 27 минут? Ребят, это слишком много гигабайт. Всем пока. Сейчас будет продолжение.